благодарим Тебя за это, Господь. Молитвенное состояние, Господь. Дай нам, Господи, не только слушателями, но и исполнителями Твоего Слова, исполнителями Твоей воли, Боже, Господь. Аллилуйя, Боже. Мы, Господь, молимся сейчас за наши пожертвования, Господь. Мы благодарим Тебя за то, что, Боже, Ты нам даешь финансы, Господь, для... Пусть они будут использованы на благие дела, Господь. Подними нашу церковь, Господи, подними ее финансово, подними ее молитвенно, духовно, Господи. Дай нам, Господь, двигаться, быть мобильной, послушной, Господь, активной в Духе Святом, Боже, Господь. Аллилуйя, благодарим Тебя, Господь. Благодарим Тебя за это время, Боже. Господь, дай нам, Боже, то время, которое мы здесь проводим, Господь, в Святом Духе, чтобы это время было восполнено, чтобы мы не думали, что мы что-то не успеем сделать, Господь, просто восполняй, пока мы здесь, в Твоем присутствии. Господь, Ты в это время восполняешь все наши нужды, Ты в это время совершаешь какие-то дела, Господь, стремишься к завершению каких-то дел, Боже, Господь. Благодарим Тебя за Твое присутствие на этом месте. Аллилуйя. И молимся во имя Иисуса Христа, Господа нашего. Аминь. Аллилуйя. Да, еще ненадолго присядьте, пожалуйста. У нас мы не